Привет, дорогие подписчики! Так случилось, что перед самым Новым годом я с дочкой оказались в больнице, детская городская больница на Ленина 40. И я знаю, что многих родителей интересует, в каких условиях находятся дети, поэтому я сняла небольшое видео по тому, где мы размещены, как тут все устроено. Я могу сказать, что в целом я довольна, но хотите посмотреть своими глазами. Наше отделение находится на 5-м этаже. Сюда можно подняться на лифте или подняться по лестнице. Есть спуск пандус. Тут, кстати, неплохой вид во двор. Марин, тебе нравится батарея? Да. Кстати, помимо непосредственной скорой помощи, здесь есть ребята, которые на реабилитацию приезжают сюда в стационар, которые могут гулять, веселиться на улице, и параллельно у них свои процедуры идут. То есть такой вариант тоже возможен. Не обязательно сюда приехать по скорой с сильной болью. А это наш коридор, второе отделение, 5-й этаж. Здесь находится 9 палат с 8 по 15. Двери, видите, то пластиковые, то деревянные, но в целом чистенько, убираются каждый день. Так, мы идем в туалетную комнату. А здесь вот гладят белье, а здесь у нас туалет. Отходы. И здесь на этаже 2 туалета. Один просто, а второй сейчас занят, он свой. А здесь у нас сам туалет, ПДН, и душ. Вот такой вот без шторки, но все же есть. В принципе, а еще вот нагреватель, наверное, на время отключения воды. Уже новогоднее украшение. Прямо на выходе стеллаж с горшками, стойка для очистительных клизм, потом вот большая кастрюля для дезинфекции горшков, мусорок тут несколько, и вот это вот так называемая скамья пыток для делания клизм. Сейчас покажу нашу палату. Дочь, помаши рукой. В нашей палате 3 кровати. Есть умывальничек, горшочек, но это мы сами принесли. Есть 3 тумбочки прикроватных. Все функционирует. Большое окно с прекрасным видом. Еще у нас есть печеньки из дома. Из главных плюсов нашего пребывания, это, конечно, то, что мы лежим одни. 3 кровати, 2 наши, и нам никого не подложили сюда. Что здесь еще особенность детского отделения? Это то, что 2 розетки у нас есть, но при этом они не подключены, чтобы дети не пользовались никакими электроприборами внутри палаты. И еще одна особенность – это то, что ручки с окон сняты везде, во всех палатах, чтобы дети не могли самостоятельно открыть окно. Так как говорят медсестры, был случай, когда ребенок вывалился из окна, поэтому все ручки убрали. Лампа ОФ, которую, кстати, ни разу не включали, но вообще есть график включения этих ламп. И есть выключатель света. А еще в палате одна чугунная батарея. Там ее можно увидеть. Очень теплая. Основные развлечения – рисовать, читать книги и смотреть в окно. Правда красиво? Да. Время обеда. На 5-й этаж еду поднимают наверх и разносят по палатам. Едят прямо в палате. Вот такой вот вариант общего питания, который дают всем, и, собственно, мамочкам, кто сопровождает деток.
Индивидуальный стол идет без компотов, без овощей, ну и там много ограничений. Это просто место силы. Так как нету розеток, сюда стекается весь народ. А еще тут есть 3 холодильника. Но так как тут проблемы у всех с кишечником, с желудком, они просто по максимуму полны. Есть-то нельзя ничего. Ни одного продукта. Никогда не видел. Красивая? Да, я красивая. На 4-м же этаже есть столовые и даже елка поставлена. А вот так украшен наш этаж под медсестры. У нас тоже есть елочка и снежинки на окнах. Так, тут всегда можно налить водичку. Это таблетница. У каждого пациента она своя. Здесь разложены лекарства на утро, день и на вечер. Взрослым деткам и сопровождающим мамочкам дают ключи от окна, чтобы можно было проветрить палату. Даже примерзло окно. Мороз сегодня на улице. А главное, красивая панорама с 5-го этажа. А сегодня мы собираемся домой. Чему я безумно рада, конечно. Уже даже вещи собрала. Ждем выписки от врача и готовы на низком старте. Это наши вещи, переодевашки и пакеты домой. Человек перед выпиской. Дочь, ты хочешь домой? Ты готова выйти на улицу на мороз? А тебе здесь понравилась больница? Красивая? Какие тут цвета, дочь, ты знаешь? Всем пока-пока. Ну и самое главное, будьте здоровы.